Так, друзья, дело ближе к вечеру. Что-то еще тянем. Вроде как ящик. Вроде как ящик. Может быть, ящик с боеприпасами, может быть, армейский сейф. Кидайте нам веревку, мы вытащим. Сверху на нем сидит. Ну что, тяжело? Тяжелый? Идет? Тяжело очень. Я тут двигаю его чуть-чуть. А их видно вообще? Ну, там я видел, здесь уже все не видно. Может, спрашиваю? Маленький. Давай. А ты видел, ты не тоже. Он это, уперся. Пошел. Она порвалась. Веревка порвалась. Порвалась веревка. Может отвязалась? Она порвалась. Ого, сколько лошадей тянуло? Четыре. Четыре коня. Удалось поучаствовать тоже в поисках. И вытягивание чего-то. Сейчас увидим чего. Не очень нравится, потому что тут фигня целая. Офигеть. Опасненько. Достаем. Так. Сейф, сейф. Армейский сейф тянем. Так, будем смотреть. Так, что сейчас происходит? Кулангист привязывает находку. Что, джиперы опять. Без них никуда. Пошли подальше. Потому что хрен его знает, вдруг там ящик. С другой стороны, если это будет ящик с минами и рванет, то туда отходи, не отходи, все равно прилетит. Отошли вообще прямо. Итак, друзья, минут 15 дайвер завязывал, и сейчас будем смотреть. Вроде как ящик с боеприпасами, но сейчас узнаем. Ух, если рванет, это будет вообще прикол. Смотри, сколько народу стоит, снимает. А что, нет? Нет. Оторвал. Не пошло. Джип вытянул вот такую рамку. Это танковая укладка. Танковая укладка. Остальное там. Сейчас достанем. А это кожа, что ли, да? Кожа, да. Ничего себе. Да, вот кожаные, да, прокладки. Прокладка, да, какая-то такая. Вот. Ну что, ребята, тащим танк. Так, еще одна попытка руками, и вроде пошел, смотрите, пошел ящик. Оп. Ни хрена себе, пойдем смотреть, что такое. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Снарядная, танковая. Танковая снарядная укладка. Либо в передке. А чё их так покорёжило-то? Да, взрыв был. Там, наверное, взрыв в танке был, да? Нет, взрыв был детонировали. Ну-ка, покажи один какой-то. Давай его помоем один. А что там, чем? Хотел бы заснять. Вот так вот, друзья, выглядит. Снято серьёзно. Такой хороший. Вот. А? Ещё были, да? Это 76-й вперёд. 76-й, да. От танка? Нет. Ну, стандартный. В основном 76-й на пушку. За страшно вообще. А для пушки... Там нет тротила. Нет тротила, здесь нет заряда. Да, они еще, блин, блестят даже, если помыть. Охренеть. Вот так вот, друзья, это выглядит. Слушайте, ну...
Мне кажется, надо подписаться, да, Толик, на канал? Где еще такое? Увидишь уже. Не донат. Пачок у него будет. Красота, блин. Ну, да, красота. Так. А гильзы прям блестят, смотрите. Все с телефона, мне кажется, тут один тащит, миллион снимает. Такой вот. Передок. Они вперед. Это 76-й передок. Они в лотках стояли. Отходите, парни. Все. Альберт, болванки забери. Это болванки, а там гильзы, все. И это, кстати, говорю, сапер у нас есть. Сапер попер.